Случайно убила мужа. Суд признал виновной одесситку, которая застрелила своего сожителя из его же охотничьего ружья. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако отпустили с 2-летним испытательным сроком. То есть, если в течение этого времени она снова нарушит закон, то отправится отбывать реальный срок. Напомню, в июле этого года 37-летняя женщина в разгаре семейной ссоры убила мужчину. Он вернулся домой в нетрезвом состоянии навел на жену охотничье ружье. Женщина схватила оружие и во время борьбы сама нажала на курок. Мужчина умер на месте от ранения в грудь.